Сегодня 2 апреля 2016 года. Сегодня у меня день рождения. Целых 49 лет стукнуло. Но мы все равно еще на тропе. Мы отправляемся из Байдарской долины по оврагу Деймень-Дере и дальше. Надо же на ручье Деймень-Дере водопады, образованные навалом. Такая редкость. И вон и туфом покрыто. Мощный бук. Вот где воду надо набирать. Это вам не бонаква, блин. Вот это водичка чистейшая. Такое удивительное местечко нашлось. Люби и знай родной край называется. Такая ванна сумасшедшая, что до садика. Красота. Ну, зато вон замочка какая. Да, под горой Кучук-Синор. Русло такое каменистое делается. Смотри, какой он сумасшедший навес. Плачущие скалы. Деймень-Деревские. Еще один водопад. Здоровая ванна. Такое впечатление, что вода вот только ушла куда-то. Это оврага Деймень-Дере. Сбираемся на гору Кучук-Синор звериными тропами. Крутовато. Зато открылись виды на юг. Вот уже мы кромочкой Кучук-Синора, там вдалеке чертова лестница. Улыбочку. Вот это да. Так, вершина горы Кучук-Синор, высота 660. Кучук-Синор. Ну, было до 6,5, но кажется, что больше. Кучук-Синор остался внизу, и уже близко к вершине Кучук-Синора. Вершина Кучук-Синора. Тригапунт. Высота, по-моему, 738. Но виды отсюда как будто с Эвереста во все стороны. Просто. Красота неописуемая.
медлячок пролистится. Бугорки тут все буруна. Это да! Ну как? Так мы шли, шли, и где-то поближе к чертовой лестнице, обессилев, решили поставить лагерь. Вот тут будет костер, тут у нас качеля, аттракцион, такой экстремальный аттракцион. Да, я полезу на ту веточку, Наташа сядет на эту, будем кататься. Стадо косуль. Бежали. Не. Где-то там на хребте. Утречка. Что там у нас делается в палатке? Вот там лохматые кто-то. Птички поют, дятлы стучат. С утра выходим на штурм вершины Пиляв ТП. 660 метров на вершине этой Пиляв ТП. Южный обрыв, Кельсебурун, Зубопать. Внизу наш лагерь. Нами он поляна ровная, там колодец Куюалан. Ну вот, 18 минут от нашего лагерька. И мы как на привычном месте, на чертовой лестнице. Скоро вниз.